Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ну так что там, Андрюх, новую машинку-то уже привезли? Да-да, братан, сейчас как раз-таки ей и займемся. Так, ее тоже на утилизацию? Она вообще в очень плохом состоянии, братан. А, вот она. Слушай, Андрюх, погоди, надо отъехать. Я так понимаю, что ее не под пресс сначала, а сначала ее прям в жесткий утиль с помощью взрыва. Все верно, сейчас как раз-таки заскочу за взрывными пакетами. Ага, давай, подготовь взрывчатку. В общем, сейчас мы ее будем взрывать. Ну да, ласточка отжила свое, Андрюх, вся ржавая, конечно, восстановлению не подлежит, ее только в утиль. Угу, ну что, готов? Ну минируй, погоди, давай-ка, безопасное расстояние только сейчас... Не, ну ты-то понятное дело, сейчас пока минирую, братан. Давай, 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 я готов, братан. Че, взрывать? Ну все, иди сюда. Я мог там, в принципе, ну да, я знаю, Андрюх, ты бешеный. Юмора. Ага, ну что, готов? Ну что, поехали. 3, 2, 1. Взрывай! Все, вот оно. Не, ну красиво, да? Разлетелось четко, Андрюха, она. Так, ну пускай догорает уже дальше, все, в принципе, потом ее, короче, под пресс уже после этого. Сейчас у нее металл тут немножко размякнет и так далее, нагреется, и как раз под пресс будет самое то. Не туши ее, короче. Окей, окей, пусть горит, там ССШО присмотрят ребята на свалочке. Да-да-да-да-да, ну все, поехали. Кстати, Андрюх, помнишь, короче, я вчера машину-то заправил вечером? Ну да. Ну, короче, что ты думаешь? С утра сажусь, блин, а там практически бак закончился, то есть где-то подтекает или кто-то слил. Да ты гонишь, братан. Не, в натуре отвечаю, то есть все, мы сейчас на последних вообще этих едем. А сколько ты проехал вообще за вчера, сегодня? Да нисколько, целый бак был полный. Офигеть. Ну, давай тогда зальем, получается. Да, ну, откроет нам шлагбаум, Федя. Погоди. А шо? Где Федя? Не знаю. А Феди-то нет, ё-мо. Ну, да, я тогда сейчас открою за него. Чё, он проспал, что ли, блин? Шлагбаум не может открыть. Открывай тогда, Андрюх, за него. Походу, да, ё-мо. Так, я сейчас проеду, закроешь. Давай-давай, быстрее. Ты чё, поймал? Я случайно. Так, Андрюх, я проеду, потом закрывай, хорошо? Давай-давай, проезжай, братан, все готово. Так, Андрюх, вот я проехал, можешь закрывать. Все, братишка, я закрыл, сейчас вот эта дверь закрою на ключик. Давай, слышь, так что насчет топлива, у тебя есть что заправить? Да-да-да, давай в конец нашего заводика проезжай, там у нас контейнеры и тому подобное. Короче, капец, Андрюх, я не знаю, уже не первый раз я заправляю машину и потом бац, я смотрю и топливо практически на минимуме. Это вообще законно, блин? Я не понимаю, может реально кто-то слил? Не знаю, ладно, Андрюх, показывай, короче, где у нас тут топливо, надо срочно залить, иначе все, она дальше не поедет. Вот здесь на складах вот топливо, здесь канистры, вот здесь, только погоди, а что это с ней? Ну, в бочке ничего нет, Андрюха, а в канистре? В канистре вроде как бы тоже, смотри, она пустая, все, вот, улетела. Так, я не понял, Андрюха, а где все топливо? Стой, погоди, а что с бочкой, она какая-то вся пошарпанная, ё-моё, тут смотри, есть следы укусов каких-то. А на погрузчике, смотри, колеса все покусаны. Нифига себе. Знаешь что, Андрюх, я думаю? Может, у нас крысы завелись, или гигантские мыши, блин, здесь на складе, и все топливо, блин, вылилось, и все, я не знаю, или они там, может, его пьют, блин, эти крысы. Слушай, вполне возможно, давай какую-нибудь, может быть, кошечку заведем, как раз-таки у моей подруги вот котенок появился. Котенок? Нет, давай лучше проверенного бойцовского кота, у меня есть у кузена, короче, огромный такой котяра, он реально всех мышей у него на участке переловил, всех крыс, короче, ну такой, боевой кот, может, его я потом, ну, сюда поставим и все. Ну давай, давай тогда связывайся со своим кузеном, получается. Знаешь как, тогда я сегодня вечером его сюда завезу, а уже сейчас днем уже, если что, мы покараулим, а вечером я после работы завезу потом сам. Капец, ну вот эти вот крысы какие-то очень интересные, бензин пьют, что за бред? Да безумие какое-то, ладно, Андрюх, пойдем, короче, по кофейку и потом поспрашиваем, может кто заправит нам машину. А ну давай. Все, погнали. Ну шо, братишка, ты вчера-то кота завел? Да, вечером я его сюда привез, ему понравилось, я ему такое место сделал, короче. Вот так, все нормально. О, Федя, наконец-то он на работе, открывай. Проснулся, ё-моё. Фёдор, давай, открывай. О,
А то проспал. Наверное, загулял, Андрюх, это Федер вчера, да? Ну, Федер у нас может загулять, на самом деле. Целый день его не было, ага. Ну, давай посмотрим, Андрюх, что, кот кого-нибудь поймал, как думаешь, за ночь? Ну, может быть, поймал. Сейчас проверим, братан, насколько он бойцовский. Давай посмотрим, но он вообще всех мышей ловит, Андрюх. Это что за чертовщина такая? Андрюх, а что с ним стало? Андрюх! А как его звали-то хоть? Барс. Барс? Его звали Снежный Барс. Капец, Андрюх! Братан, а что с ним не то? Я не знаю, посмотри. Он в какой-то неестественной позе. Блин, что тут вообще происходило? Походу его крысы загрызли, блин, Андрюха, кота моего! Капец, и что ж теперь делать-то, ё-моё? А посмотри, и бочек не... Погоди, это что такое? Тихо, Андрюх, и бочек нет, и все перевернуто, это что? Это что-то крыса, что ли? Андрюх, тихо! Ай, мама! Эй, ты что сделал с ним? Эй, что это такое, блин? Ага! Андрюх, вставай! Андрюха! Блин! Так, где этот нупа? Дурацкая, блин, гадина. Никак не могу ее поймать. Его. Так, вроде его здесь нету. Я опять упустил его. Так, а эти живы, походу. Ну-ка. Опа. Так, ну вроде дышит. Один дышит, это точно. О, блин, это дышит, нет? Вроде дышит. Ладно, пригодятся мне они. Чтоб свидетелей не было, заберу их. Первый. Это Холст. Да-да, подкрепление надо, срочно. Тут у меня 2 человека и 1 дохлая кошка. Нурпа исчез куда-то, его как обычно нет. Отбой тревоги. Ого. Нифига себе. Это где я? Блин, сколько время вообще? Чё это за квартира? Эй! Вот это уже не смешно. Какая-то гостиница, что ли, или хостел? Не понял. Это чё, блин, такое? Где я? Ага, отлично, у меня есть фонарик и все, больше ничего нет. Чё за место странное? Двери от контейнера прям в моем номере. Кто-то мне заблокировал выход. Ладно. Хорошо, держи себя в руках, Димон, держи себя в руках. Давайте посмотрим, что тут. А ну-ка. Эй! Кто-то уходи. Парень! Что? Эй, ты только без резких движений, эй! Не дрожи ты так, что ты переживаешь-то? Ты кто такой? Тихо. Меня зовут Дима. Стой, я с миром. Я точно так же не понимаю, что тут происходит, как и ты. Расскажи о себе. Точно с миром. Точно с миром. Расскажи, кто ты? Ну ладно. Что это за место? Я дверь закрою, погоди. Рассказывай, что знаешь? Ну слушай, я обычный коллекционер монеток. Собирал их. И в общем-то в один момент они пропали куда-то. Начали пропадать куда-то. Так. Пришел какой-то гуманоид. Ну? И все, больше ничего не знаю. Какой гуманоид, мужик, ты нормальный вообще? Не знаю, он какой-то маленький, ну, это все, что я знаю, и все. А какого цвета? Белого. Бело-серый какой-то, такой вот. Ну, точно не помню, слушай. Так, бело-серый, говоришь, маленький? Слушай, мужик, а зовут-то тебя как? Бобби меня зовут. Бобби, я Димон, но друзья также называют Овер, короче. Слышишь? Будем рады знакомы. У меня похожая история. Мы с моим коллегой работаем, короче, на металлообработке, там, машины утилизируем, ну и так далее. И у нас начало пропадать топливо, еще там всякие мелкие шалости. И реально, последнее, что я помню, это какой-то странный гуманоид. И он нас вырубил. Кстати, ты не видел тут никого больше? Так мы что тут, походу, не одни, что ли, или что? Ну, мой кореш, ты не видел? Такой высокий, блин, темный. Нет. Не видел никого? Вообще в этой комнате один сидел. Вот здесь в уголке. А ты что, не выходил, что ли? Вообще. Ладно, не бойся, идем за мной. Нам надо осмотреть это место, посмотрим. Подожди, стой. Что? Ты точно меня не тронешь? Точно, ты мне еще скажи, что за форма на нас?
Не знаю, слушай, какая-то оранжевенькая. Ладно, все, сейчас найдем, короче, моего кента. Если он тут есть, то мы все вырулим. Не ссы, блин, давай, иди со мной, не переживай. И не дрожи уже, блин, будь как мужчина. Все, хорошо. Хотя бы притворись, что тебе не страшно. Угу. А вот, смотри, такая же. Ого. Блин, пусто, ты точно его не видел? Да точно, слушай. Андрюха! О! Ой, не подсматривайте, пожалуйста. А ты что тут делаешь? Да я проснулся и испугался. А я смотрю, сильно Андрюха испугался, что аж, блин, это... Закрой дверь, пожалуйста, на горшок. Выходи быстрее. Все. Андрюха! Фух! Иманыч, ты как, живой? Это кто такой? Да я сам только очнулся, это Бобби, он тоже был в соседней комнате, говорит, ничего не знает. Последнее, что помнит, маленького белого серого гуманоида. Ты помнишь вообще, что нас вырубили? Да, я помню. Рад знакомству, Бобби. Рад знакомству. Блин, мой кошак, парни. Андрюх, вспомнил? Кошака капец, убили. Я начинаю вспоминать, что происходило. Капец, это какая-то мистика, братан. Нас вырубили. Очень странно, где мы. Да не бойся ты. Страшно очень. Вставай, блин. Давай, вставай, нас уже трое. Все, парни, нас трое. Давайте выбираться, короче. Посмотрим, что это за место вообще. И в каком мы городе, блин, находимся. Аккуратно, блин, чуваки. Давайте, блин, осмотримся уже. Тихо. Что такое? Тут труп! Так, у него пушка, я взял. Не смотри туда, не смотри, сейчас испугаешься, еще обкекаешься. Так, Андрюха, тут еще девчонка какая-то мертвая. Капец, ё-моё. Так, а это что, погодите, записка. Так, всем привет, Нурпо здесь. Это что такое? Всем привет, Нурпо здесь. Что это значит? Что такое Нурпо? Что такое это? Что такое что? Я без понятия, братан, тут вообще есть выход из этого места? Так, ладно, давай выходить, короче, не буянь! Не кидайся чувак, телевизорами! Чувак, в форме, это бандит, что ли, какой-то, или чё это? Не знаю, выходим, пацаны! О, там вон мигалки, может, это полиция! Давай, помогите! Полиция, ой! Фу, все в трупах! А никого нет! Парни, подбирайте оружие! Все это мертвые! Странные полицейские, они все похожи, ё-моё! Милиция, блин! Эй, помогите нам! Милиция, полиция! Чё нам... Стой, погоди! Стоп! Вы видите его? Бобби, это тот, которого ты видел? Это тот. Это... Огонь, открывайте, мужчины! Это он же, блин! Стреляйте! Открывай, Бобби, все стреляйте! Стрелять умеешь-то! Курок жми! Жми на курок! У меня нет оружия! В смысле нет оружия? Были же пушки, ты чё? Прикрывайте меня! Подбери, блин, чё-нибудь! Андрюха, стреляй по нему! Возьми милицейскую машину, залезь. Андрюха! Бобби, помоги его! Он умрет, Бобби, отойди! Бобби, ты чё, болван? Блин, сейчас. Отойди! Ладно, все, кулаками справимся без тебя. Давай, стреляй, если умеешь. Патроны закончились. Ну и ничего страшного, сейчас, отходи! Это чё за монстр такой, мама? Ё-моё, блин! А слышите? Напоешь! Мужики, а может это и есть Нурпо? А? Может быть? А? Может это и был Нурпо? А куда он исчез, это Нурпо? Я не знаю, блин! Что это монстр такое? Какой-то. Андрюх, я сам начинаю нервничать, Бобис! Я уже как-то и становлюсь, ну, сыкать на мне! Это вообще... Ты пушку нашёл, нет? С пушкой. Все, патронов, парни. Сейчас тебе отсыпем, блин! Давайте. Так, парни, давайте сосредоточимся, что мы имеем? Странный монстр, у нас есть оружие, непонятные какие-то люди, мертвые, какие-то военные или секретная организация и странный город с туманом. Нам надо как-то отсюда выбираться. Братан! Что? Бак пустой. На это, наверное, вот этот Нурпо. Это вот как у нас было, дружище. Блин! Мы не сможем уехать. Ну давай, в какую сторону хотя бы идем? Так, чики-брики, пальчик выкинь. Давай туда, наверное. Прямо? Да. Погнали. И это, парни, мы же теперь команда, а значит держимся все вместе, друг за друга, понятно? Только втроем мы сможем выбраться отсюда. Погоди. Чего? Посмотри. Куда? Назад, блин. Тихо. На крыше еще, на крыше стоят. Так, осторожнее. Так, я в кусты, парни, я в кусты буду разведывать оттуда. Парни. Чего? Сейчас, не высовывайте, сейчас я кое-что сделаю. Что? Куда ты? Сейчас приду, парни. Слушай, куда он пошел? Ушел, братан? Мне кажется, он испугался, Андрюх. Ладно, давай как старые добрые времена, как в Афгане. Готов? Ну, погнали, давай. Фу, ну что ж, с Богом, во имя Аллаха Иисуса Христа. Огонь! Парни. Бобби, ты такое? Что, в тыл врага зашел? Я в зад хотел. Нифига ты в зад зашел им, реально. Погнали, стреляем. Фига. Мужики, с крыш снимите. Давай, Андрюха, прикрывай меня. Давай, направление три слева. Прикрывай. Хорошо, блин, встречный огонь. Много. Прикрой меня, Андрюха, огнем, сопроводи меня. Давай, сопровождай, братан, сверху снимите. 12 градусов, Андрюха, на 12 градусов.
Хорошо, я его снял, 12 градусов. Полшестого, полшестого, Андрюха, что делать, полшестого? 5, 5, 5 минут 10 наверху. Понял, понял, 5 минут 10 уничтожено. Давай, вот давай, давай, добивай, добивай. Все, добил 5 минут 10. Капец, какие-то, какие-то бандиты военные, я не понимаю, что. Снять это с крыши, такое? Есть. Все. Зачистили? Опа. Супер. Фух, свалился. Парни, вот ладно. Еще один. Где? А, вон он, последний боец. Фигарь его. Фух. Отлетел. А, хотел так, допросить, есть топливо, убили. Есть топливо у них. Нету. Пусто, братан, пусто. Нету, ладно, пусто. Двигаемся тогда, пацаны, на своих двоих. Так, бежим, короче. Погнали вот. Опа. Сюда. Давай в эту сторону. Это что такое? Фух, блин, это реклама. Я думал, это монстр какой-то. Ё-моё, парни. Это как это в России вот был маскот этот, как его? Забивака? Забивака, да. А, реально, забивака на чемпионате мира. Точно. Во-во. Ты что сделал? Бобби. Зачем сломал статую? Я думал, она крепко держит. Блин, братан, парни! Ей конец. Шутки шутками, короче. А выбираться как-то отсюда надо. Так что погнали. Ну да. Мужики, давайте не будем останавливаться, короче. Не останавливаемся, мужики, не останавливаемся. Угу. Все верно, все верно. Так, так, стоп! Опа. Вижу огни. О, сигнальные. Что-то мне не нравится. Вижу вышку. Так, аккуратно, парни. Угу. Давайте стоп, стоп, стоп. Может быть, все же там бензин есть. Туда, думаешь, прочекать? И мы сможем уехать. Ну, давай посмотрим. Хорошо. Даже машины этих непонятных мужиков, чуваков. Опа! Каких-то SCP, блин. Организация SCP, Андрюх, не знаю, что это такое. Соединенные. Тихо, 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 тихо. Тихо, там опять этот Нурпа, походу. Он их гасит. Нифига. Тихо, тихо, тихо. Он их положил всех. Не-не, парни, я больше. А, он на меня идет. Он к нам идет, он к нам, мужики. Так он на меня, пацаны, идет. Я аж, блин, залагал. Офигеть. Так и что делать? Андрюха! Братаны, спасите, пожалуйста. Да-да-да, спасите, спасите. Давай, спасаем, брат. Только по мне не стреляйте, пожалуйста. Спасаем, брат. Что же это за Нурпа такое? Что это за мутант? Ты спасаем, что, брат. Ты издеваешься? Да он меня заставил туда стрелять, Андрюх. Я не знаю, ты что серьезно? Делать. Серьезно? Он так умеет? Да походу, блин. Ё-мо, он вообще-то, смотрите, он весь в дыму и в крови. Ладно, мир. Давайте, пацаны, зажмем его со всех сторон. Ну что, давайте, погнали? Давайте. Давай! Зажимай его! Зажимай его, эй! Зажимай, блин! Зажимайте его! Опа, ой, ой. Он меня пересел на... Ой. О! Все? Фух! Что, опять исчез, что ли, или мы с ним справились наконец-то? Да сдох вообще, ой, походу. Ой, парни, куда. Опа. Мы бы попали? Чего? О, смотрите. Тут еще такие, блин, мертвые. А кто же такие заключенные какие-то? Почему вы... Мы в них... Как... Они в нас, а мы в них. Случайно. Смотрите, Сэнди Автобади. Там, может быть, топливо будет или что-то для наших машин, чтобы мы уехали? А, может, пацаны? Быть. Че, может, там проверим что-нибудь? А давай, братан, погнали. А вот это вход? Давай проверим. А давай проверим, ладно, погнали. Так, не открывается, парни. Слышите? В смысле не открывается? Ну, в прямом, блин, не работает, заклинили ворота. Давайте обойдем, может? Ну-ка. Чего? Смотри, здесь можно зайти. А, о, через окно написано, ты хочешь? Открыто. Погнали! Ну, через окно можно. Опа! Было через дверь, я так думаю. Фу, блин, вы видели? Ух ты! Ой-ой-ой! О, с них явно о, сняли, бабушка. Блин, кожу и что все органы. Было? Что здесь произошло? Чё, мое, тут прям вообще дичь была! Какая-то бойня, что ли? Ну-ка. Офигеть! Что нам делать-то? Давай сюда. Мужики! О, пусто! Так, что? Тут гараж. А ты где, Андрюх? А, пойдем. А вот здесь я. Пойдем, погнали. О-оу! Как такое возможно? О-о-о. Их трое. Их много, один вообще маленький. И смотрите, тут гигантская пушка. Заметили, братан? Ё-моё! Фигарь! Я не знаю. И смотри, Андрюх, в автосервисе, блин, тоже, наверное, масло хавают с топливом, слышь? Походу, они сюда добрались тоже, ё-моё. Чё делать-то, блин, да парни? Да машина какая-то стоит розовая. О, ты открыл ворота отсюда? А, слышь? Нет, я не открывал ворота, может быть, это Нурпа, нет? Лол, может, наружу, они как-то разблокировались. Так выходите тогда, слышите? Ворота минус открылись. Один. Кайф! А смотрите, у меня пушка эта большая. Минус два? Ну-ка, сейчас минус я большой два? Пушкой. Смотрите, стой, какой. Тихо, мне его! Пушкой! Ну-ка. А что-то, блин, он такой прям маленький-маленький. О! Что ты говоришь? Машина там, пока убили, давай. Вот розовая. Блин. Капец, ты его размазал. На этой тачке, ого, попробуем, сядем. Надеюсь, бензин есть. А ну! Да, садитесь! Да ладно! Поехали! Ой, мама! Мужики, блин, сваливаем! А что с колесами? Это наш шанс, да какая разница, главное, уедем. Это они их, походу, покусали. Фух, куда, налево-направо? Куда? Направо, направо. Да куда давай. Угодно, подальше отсюда нафиг. Налево поверну. Давай налево. Все, поехали. Яху. Фух.
Ну что ж, друзья, вот такой вот видосик у нас получился. Мы с пацанами надеемся, что вам все понравилось. Обязательно ставьте лайки, не забудьте подписаться на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были Оверфауни и Боуби. Мы выживали против монстра Тревора Хендерсона Нурпа. Ну вообще-то на самом деле, друзья, его придумал другой человек, а Тревор Хендерсон просто перерисовал. Можете написать создателя Нурпа в комментариях. Ну а мы желаем всем всего-всего самого лучшего. Всем спасибо за просмотр, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Адьос, чуваки.